делаем? В готовых материалах есть всегда, естественно, все основные материалы. Вот, например, для этого интерьера есть готовая библиотека, называется она «Интерьер мат», и вот наш сайт www.3dmaxcourse.ru. Ее получают ученики, то есть наши коучинги по 3D с недавнего времени. Что здесь есть? Значит, у нас здесь есть фон за окном, это тоже материал, есть ковер, есть потолок, есть керамическая плитка, есть бежевые шторы, есть стекло, матовое стекло, вот, есть плафон для лампы, кожа, там, пластиковая рама, там, обои, вот этот дерево, там, и там, даже вот ТВ-дисплей. Да, то есть вот такие материалы, которые мы сейчас будем использовать. Я хочу, чтобы вы поняли, что это очень просто, то есть очень быстро это можно сделать. Я сначала сейчас загружу все эти готовые материалы, покажу, как это быстро делается, и просто на их примере дам несколько наводок, какие главные аспекты, что мы трогаем, что мы крутим в этих материалах, как их настраивать. Значит, хорошо, сейчас я хочу загрузить все эти материалы сначала в материал-эдитор. Вот, просто двойным щелчком выбираю свободный слот и двойным щелчком загружаю готовый материал какой-либо. Вот. Ну, давайте сначала просто 4-5 материалов загружу готовых. И потом задам их моделям. Например, ковер. Выбираю ковер, просто щелкаю по нему и дальше нажимаю применить материал карпет. То есть, ну, ковер. Все, он вместе с текстурой идет у нас, и загрузилась текстура эта. Например, шторы, да? А, ну шторы мы не загрузили пока. Ну вот я хочу, например, шторы загрузить. А, вот, куртян беж. То есть вот у нас есть шторы. Мы выбираем шторы и применяем их, нажимаем на кнопочку «Осижен материал». Вот, и применили к шторам. Вот у нас появился материал. Так как у нас лежит специальная процедурная карта, как вы видите, такие в полосочку, да, там бежевый-светло-бежевый, нам нужно применить специальный плагин, который мы постоянно практически применяем, вы его запомните еще, UVWMap, то есть накладываем материал UVWMap для того, чтобы эта текстурка ложилась красиво. Но она у нас еще не лежит красиво, для этого нам нужно его подкрутить немножко, этот UVWMap. Здесь все значения вспомогательные для того, чтобы карта легла красиво. Я делаю значение побольше. Сейчас вы увидите, что произошло. Вот вы видите, что уже материал распределился более красиво. То есть светлая часть пришлась на середину. То есть она не так часто повторяется. Все. Дальше. Ну, стекло давайте. Давайте стекло. Стекло. Вот глаз. По-английски. Выбрал стекло. Применил. Все, стеклышко появилось. Давайте раму. Это очень простая процедура. Рама у нас, значит, вот она, пластик рама. Применили. Все, у нас белая рама. Окошко готово.